Казанского нападающего, и снова приходится возвращаться. Здесь Барабанов играет на упреждение. Шайба до Зевет не доходит. Барабанов со своим очень затейливым катанием за ворота выгружает шайбу на пятачок. И там снова едва она не вылетает на ворота Эмиля Гарипова. А вот здесь вот, да, после броска Прохоркина, по-моему, как раз Эмиль Гарипов совершил сейв и не дал этой шайбе залететь. Гавриков на Херсли получает обратную передачу. На линии огня находится Секач. Бросок и в штангу.